Создание пешеходной зоны на улицах Маршала Неделина и Интернациональной является частью единой концепции комфортной городской среды. Сегодня уже недостаточно просто проложить дорожку или поставить фонарный столб. Необходимо, чтобы это смотрелось красиво, было удобно и служило долго. Для нас сегодня ощущение города – это не только дорожки и площади, но а также их жизненный цикл. То есть в любое время года, время суток, как это пространство используется. Мы старались максимально полно ответить на этот вопрос. Создали, на наш взгляд, в рамках разумной стоимости эстетическое разнообразие. Осмотр стройплощадки Кирилл Завражин и глава городского поселения Одинцова Александр Гусев проводили вместе. Если бы недостатки были, то их непременно заметили бы. Здесь применены материалы не просто отечественного, а подмосковного производства. Дорожки подняты над грунтом. Теперь их не будет заливать водой. Потоки пешеходов и велосипедистов разведены и не пересекаются. Мы обозначили зоны, так скажем, стационарные зоны, где можно посидеть, отдохнуть, полюбоваться на этот замечательный пруд. Мы освещаем эту улицу, будут энергосберегающие фонари хорошего дизайна, опять также подмосковного. Вот, у нас будут добавлены стандартные элементы города, это лавочки, урны. А также мы пошли немножко дальше, мы решили, что город заслуживает элементы городского искусства, и здесь появятся скульптуры. Так как городской пруд рядом, скульптуры будут тематически связаны с водой. Реорганизации подвергнутся и остановки общественного транспорта. Их сделают более удобными и безопасными. На месте купола обустраивается современная парковка. Там будет круглосуточно охраняемая видеокамерами освещенная парковка со всеми современными элементами и атрибутами. Электронное табло количества парковочных мест, чтобы люди могли вовремя сориентироваться, как запарковаться. Улицу Неделина можно считать пилотным проектом. Широко используемые в мире, но свежие для Подмосковья решения должны задать новые стандарты обустройства городской среды не только в Одинцово, но и для всего района. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».